Aber wie kommt ein Fotograf auf die Idee, ein Projekt zu realisieren, das sich einem Forscher und Weltreisenden widmet, der vor 250 Jahren geboren wurde? Ausgangspunkt meiner Überlegungen waren nicht die Spuren im Außen, die vielleicht heute sowohl in Südamerika als vielleicht auch in Russland zu finden wären. Es waren die Spuren im Innern, die die Beschäftigung mit Alexander von Humboldt in mir hinterlassen hat. Meine Annäherung war also im starken Maße subjektiv geprägt und am intensivsten sicherlich da in deckungsgleichen Aspekten zwischen dem Sein von Humboldt und meinem Sein. An erster Linie und vor allem wären dabei sein soziales Interesse zu nennen. Er trat den Menschen unvoreingenommen gegenüber, egal ob es die Ruderer auf dem Orinoco oder Vertreter der oberen Schichten oder der Wissenschaft war. Es war ebenfalls seine Neugier und seine Fähigkeit, sich selbst, seine eigene Befindlichkeit, insbesondere die körperliche, hinter einer Idee zurückzustellen. Я рассматриваю мое участие как техническое здесь. То есть идея принадлежит Франку, он будет работать как фотограф. Я же буду ему в этом путешествии помогать. Конечно, я буду и снимать, буду писать. Как минимум это будет дневник экспедиции. Und ich möchte gern noch mal zu Alexander ergänzen, dass ich bin schon häufig, habe schon häufig Projekte mit Dolmetschern gemacht, die Aufgabe hatten, mich zu begleiten bzw. Kontakte herzustellen. Aber ich finde es bei weitem spannender und sehe das auch überhaupt nicht in unserer Zusammenarbeit, dass jeder von uns beiden ein eigenes Konzept verfolgt, mit der offenen Möglichkeit am Ende vielleicht aus diesen beiden parallelen Arbeiten auch eine gemeinsame machen zu können. Aber diese Entscheidungen können nur am Ende getroffen werden. Путешествия возможны только потому, что путешественник пребывает в особом состоянии путешественности. Состояние путешественности характерно чрезвычайной мобилизацией телесности всех органов чувств, потому что ландшафт воспринимается всеми органами чувств, обостряется зрение, осязание, обоняние, чрезвычайно обостряется чувство нового в сопоставлении, соответственно, со старым. Есть такое понятие когнитивного диссонанса, когда наблюдаемое не вложимо в способы объяснения. Вот можно сказать, что путешествие, интеллектуальное путешествие, это производство когнитивного диссонанса. Но зачем же все-таки нужно путешествовать, особенно сейчас? Триллионы фотографий. Счет на фотографии, выложенные в социальных сетях, идет на триллионы. Огромные базы данных разных ведомств. Огромное количество теорий, которые описывают это многообразие. Там пробы почв, воздуха, чего угодно еще. Зачем при этом нужно путешествовать? Путешествовать нужно для того, чтобы была возможность понимать вот все эти массивы данных как целое. Еще Аристотель говорил, что совокупность сведений не образует знания. Вот для того, чтобы была возможность интерпретировать эти массивы сведений, и нужны путешествия, которые позволяют приобщиться к непосредственной реальности ландшафта. Путешествие и фотопутешествие. Есть так называемое фотопутешествие как жанр искусства. Есть расфокусированное удовольствие, когда ты реагируешь и получаешь удовольствие от созерцания и пейзажа, и архитектуры, и сцены бытовой, там, кстати, клоуна и так далее. Но если ты фотограф, если у тебя есть некоторая задача и установка сделать художественный проект, ты должен себя ограничивать. Поэтому фотографическое
фотопутешествие – это самоограничение и далеко не всегда удовольствие. Одно для меня очень важное, и я очень рад одной фразе, которую сказал Франк вот в своей речи. Конечно же, этот проект будет отличаться от того, который он сделал в Южной Америке. Вот это очень важный момент, потому что найденные приемы, которые вот есть в целом ряде книг, с одной стороны, и они отработаны, они уже выстрелили, они уже как бы запатентованы, особенностью там, кстати, фотографического стиля, языка вот, художника. А здесь, ну, вот как в Японии, когда поэт там 40 лет меняет имя и прочее, по крайней мере, древний, и заново начинает заявлять. Это есть шанс в 60 лет вот как-то по-новому вот проявить некую мудрость и как-то вот сделать еще один творческий прорывной. Не сомневаюсь, что и это будет и резонансный проект. Крупные писатели, он использует такой прием, который Шкловский назвал эффектом остранения, когда привычное явление воспринимается и переживается так, как будто оно новое, непривычное, неизвестное. Вот если Александр тоже будет работать, да, снимать, конечно, интересно потом сравнить и поснимать, может быть, даже одни и те же сюжеты где-то в чем-то. Вот, сравнить не только видение двух разных людей. Тут еще важно то, что, как известно, человек из другой культуры, он лучше видит многие, как сказать, повседневные нюансы незнакомой ему культуры, то, на что носитель культуры внимания не обращает, как правило. Восточнее Волги – другая страна. Бесспорно. Да и даже не восточнее Волги, мы даже, я работала по северо-северо-западу, даже для меня вот эти культуры, они уже не близкие, вот эти сельские культуры. Да. Конечно. Сельские, даже для меня они чужие, а для человека, который вообще из другой культуры, то он значительно больше всяких нюансов замечает, и они интерес у него вызывают. В Тобольске и в Астрахани уже откроется практически Центральная Азия. Спрашивается, а зачем тогда нужен фотограф? Чего такого нового фотограф привнесет, если он проедет этим маршрутом и поснимает? Может быть, лучше он поищет по альбомам людей. И найдет. И найдет, в принципе, да, может даже и Гумбольд. Уникальная эпоха, уникальный взгляд, она не может вчерашним взглядом открыться. То есть ключ современности вот, делается в современности. Причем старше, прежней эпохи или прежней, кстати, современность не откроет. Конечно же, можно подумать виртуальное такое представление, что а вдруг ко времени Гумбольдта был бы изобретен фотоаппарат, чтобы мог увидеть Гумбольдт, то есть поставить себе такую задачу. Думаю, что трудно воспроизвести то, что увидел Гумбольдт, поскольку, в отличие от селений Южной Америки, те города и поселки, которые посещал Гумбольдт, трансформировались более чем серьезно. В европейском возрождении популярен был такой концепт, что картина и любое произведение искусства является, образно говоря, камнем или доской, который художник бросает на некое топкое место, чтобы ступить и пройти далее, продвинуться далее, чтобы... Ну, картина – это просто продукт онтогенеза данного человека. У меня была возможность вчера быстро, но очень внимательно, с полным напряжением сил изучить альбомы Франк. Как человек своего поколения, я образованный географ, я могу сказать, что в этих альбомах меня ничего не царапнуло, как противоречащее научному представлению, но очень дополнило это научное представление об этих странах, которые географически очень хорошо изучены.
художник, выражая себя, а если он настоящий художник, в конечном счете он выражает время, эпоху, топос и мысль. Франк Гаудлиц, я думаю, что ну, человек, который в максимальной степени действительно может делать проект, если бы даже фонд подало огромное количество заявок. Например, я бы выбрал все-таки Франка, поскольку у него есть некоторые основания для этого. Он действительно интересуется Россией, снимал проекты, уже проделал одну из них по Латинской Америке. И я думаю, что здесь нас может, в общем-то, что-либо удивить. При всей мягкости у него достаточно холодный, а порой очень жесткий фотографический взгляд. Он не заигрывает с героями, иногда довольно-таки жестко высмеивает их пороки, неуклюжесть. Не могу не процитировать здесь моих любимых Эдвард Уэтсон, который одним из своих афоризмов, оставшийся довольно-таки широко цитируем, но я все-таки процитирую его. «Все, что меня волнует, я буду фотографировать, не ища необычного объекта, но делая необычным обычное». Фотоэкспедиция двух профессионалов, двух ярких, разных личностей, очиненная третьей крупной культурной фигурой Александром фон Гумбольдт. С их взглядами, с их видениями культуры, природы, различных исторических объектов, я надеюсь. С точки зрения фотографического искусства, это довольно-таки интересное и в значительной степени авантюрное предприятие.